Здравствуйте! Я приветствую вас в ресторане Георгия в городе Эссен. Сегодня мы будем готовить быстрый хачапури из слоеного теста по грузинскому рецепту. Для этого нам понадобится слоеное тесто, масло сливочное, яйцо, сырная начинка, которая готовится из моцареллы и кеза фета. Делаем заготовки из теста по размеру вашего противня. У нас противень круглый. Мне нужно 3 заготовки. Слой за слоем вырезаем заготовки. И точно так же делаем третью заготовку. На смазанный маслом противень начинаем укладывать слои теста и начинку. Берем первый слой теста. Тесто очень послушно. Выравниваем слегка и закладываем начинку. Тоже равномерно. Кто любит, тот можно делать побольше слой. По вкусу. Маленькие кусочки масла сливочного можно добавить, тогда будет вкуснее и сочнее. Укладываем второй слой. Тоже разровняем. Повторяем слой сырной начинки. Сливочное масло добавляем кусочками маленькими. Закладываем последний слой теста на наш быстрый хачапури. Протыкаем тесто вилочкой, чтобы лучше выходил воздух. И в заключение смазываем взбитым желтком верхушку. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200-250 градусов. Прошло 15 минут. Хачапури готов. Приятного вам аппетита!